На Они не очень интересно играть. Вот Они, Они был на прошлом стриме против нас. Посмотрите, пожалуйста. Ни один хит чуваку просто не дали. И он все, только под конец катки. Хит получил и все, и довольно ушел. Под замедлением, чувачок. Хорошо. Так, пойдем вешаем. Откатываем генчик. Ой, ломаем палеточку, потом откатываем генчик. Так. Единственное, жаль, мы... О, на улице вычинили. Они друг друга блочили. Но видите скорость передвижения из-за замедла? Просто дичайшая. Не знаю, почему они друг друга блочили. Да мне как бы вообще, если честно, плевать. Но в подвальчик одного мы относим. Скорее всего, они друг друга блочили, потому что, не знаю, может кто-то друг друга... Кто-то кого-то лечить не хотел. Ой. Приятно. На затемчик плевать, пускай останется. Серьезно? И, конечно, в ту сторону ты пойдешь, друг. Друг, конечно! Но что это за прикол? Не, он меня читает хорошо. Я не понимаю, как? Читал хорошо. Ладно, окей. Читал. Здесь вообще никого, он один, они все там остались хилиться в тотеме. Боже. Это грустно. Так, пойдем. Ну, видели, да? Следы. Да ладно, обидно.
Понял? Все, да, дружок. В шкафчике он сидит. Может хилиться. Ты посмотри на него. Хлоп. Почему я так и знал? Сюда. Что? Очень интересно. Так. Полез повесик. Возвращаемся туда. Вот это промах. Теперь что делаем? Смотрите, возвращаемся туда. Там Клода сейчас будет спускаться хилить. Не Клода. Да ладно, дядя! Ася! Понял. Клода настолько уверена, что я ее буду поднимать, когда у нее имеется осколок. Но это сильно. Это сильная уверенность, конечно. Хорош. Да, рассказывай. Жаль. Он даже без шума топает. Господи, ну по голове попади. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Так. Сюда, дружок. У нее осколочек. Насколько мы помним, насколько мы знаем. У нее осколочек. Сюда. Незаметность отдай, пожалуйста. А, на тотем ставила. А тотем чтобы что? Если вставай на вставайку. Че, если тотем не на вставайку? Понесем сюда, хорошо. Какие они хиты ловят, господи. Дальний ген могли зачинить за это время. Процентов на 90, может на 80. Мы идем.
90 не 80, конечно, но пойдет. А вот был бы... О! Хорош. Вернемся к Гену. Я думаю, это на хил просто обычный. Может, на скорость еще. Тоже не так плохо в том месте. Сейчас оставляю, потому что я видел чувака, я знаю, где он ходит. Он в той части. И он побежал на улицу. Все. Просто идем по следам. Пожалуйста. Ге-ге. Гигем. Незаметность тоже хорошо зашла. Прям вот мне понравилось. Даже очень.